Сегодня мы представим вам новый Samsung S5830 Galaxy Ace. Новый Samsung Galaxy S5830 Ace – это бизнес-смартфон, который работает под управлением новой и быстро развивающейся операционной системы 2.2 Froyo, которую можно бесплатно обновить до 2.3 Gingerbread. Телефон может похвастаться большим набором стандартных и дополнительных возможностей, например, большим 3,5-дюймовым емкостным экраном с технологией мультитач. На таком экране удобно просматривать фотографии, которые можно делать 5-мегапиксельной камерой, в которой есть функция стабилизации, распознавания лиц и улыбок и расстановка геометок. На телефоне установлен 800-мегагерцовый процессор и 150 мегабайт встроенной памяти, достаточных для любых возникающих потребностей пользователя. Обновлена оболочка Touch Viz 3 с набором эффектных виджетов. Вы можете сами настраивать свое рабочее пространство так, как вам захочется. В вашем распоряжении 7 рабочих столов. Тут у нас только 3, потому что у нас он так настроен. Но вы можете перенастроить его. С любого рабочего стола доступна всплывающая статусная панель с возможностью быстрого включения и выключения любых беспроводных интерфейсов. Приятной неожиданностью окажется функция Swipe. Это новая необычная методика, которая может позволить нам печатать гораздо быстрее любые сообщения. Сейчас мы попробуем набрать без свайпа и со свайпом. Сейчас поменяем только язык. Сейчас мы набираем без свайпа. Просто. Теперь попытаемся набрать со свайпом. Видите, у нас выскочило руководство, как нужно пользоваться. Начинаем набирать. Привет. Видите, набралось очень удачно. Давайте попробуем набрать еще какое-нибудь слово. Например, слон. Тоже. Видите, мы можем набирать гораздо быстрее смс-ки. Можно набрать какие-то длинные слова, типа паровоз. Ну, тут у нас, если мы ошиблись, может предложиться замена. В общем-то, как и в любом новом смартфоне. С технологией Swipe вы можете сводить слова просто вводя пальцем по экрану. Также в телефоне есть новое приложение, это Social Hub. В Social Hub сосредоточены все ваши социальные контакты. Facebook, ВКонтакте, SMS-ки, MMS-ки, Twitter и многое другое тут встроено. Сейчас у нас только сообщения, но вы можете настроить любые учетные записи, чтобы только в Social Hub вы видели все сообщения, которые вам приходят. Также Samsung Galaxy Ace комплектуется модулем быстрой беспроводной связи Wi-Fi 802.11m. Таким образом, наряду с Bluetooth, Edge и 3G вы имеете большой выбор, как именно осуществлять выход в интернет. Путешественники и автомобилисты отметят наличие аппаратного GPS, работающего под управлением современной версии Google Maps. Вот навигатор, но мы не будем пока его принимать. Samsung Galaxy Ace – это удобный и понятный бизнес-смартфон нового поколения с прочным корпусом, делающий связь и коммуникацию с кем-либо настоящим удовольствием. Также посмотрим, что у нас поставляется в комплекте поставки. У нас есть коробка. Так, это у нас для телефона. У нас есть карта для microSD, если вы хотите вставить в компьютер, что-то записать. У нас есть краткое руководство для телефона.
У нас есть запасной, видимо, задний корпус. У нас есть наушники от Samsung. И, конечно, сетевая зарядка и microSD кабель.